Чё творим, бро? Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Онис, и бро, просто сразу же, бро, бери, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Ведь, бро, придет время, Суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами, ты это знаешь. Кто не с нами, тот под нами. Так что, бро, лучше подпишись на мой канал, чтобы быть в моей крутой банде. Потому что тебе под нами будет не круто, ты меня слышишь, бро? Бро, бро, ты здесь? Бро, подпишись на канал. Добро пожаловать в пятницу с Сергеем Онисом. И да, я знаю, что сегодня не пятница. Окей, бро. И в прошлом видео я пытался себя напугать. Я смотрю различные, никогда не скачивай страшилки. Надеюсь, что они меня испугают, потому что я никогда ничего в жизни не боялся. Никогда. К сожалению, некоторые подумали, что я псих. Но на самом деле не так. Я просто хочу себя испугать. Порой в подвале становится жарко, и со мной начинает происходить что-то странное. Окей, бро, неважно. Сегодня мы смотрим... Никогда не скачивай этот блок страйк. Да-да, бро, те самые страшные видео. Блок страйк. И первый у нас кандидат, никогда не скачивай этот блок страйк. Хоррор по блок стрике. Хей, перед началом этого видео будет дисклеймер. Прошу не забывать это. О мой бог! Это насколько страшное видео, что здесь даже нужен дисклеймер. Кажется, я нашел то, что мне нужно. Видео сделано ради шутки, и это все неправда и просто простой монтаж. Не стоит никогда этому верить. Как так? Я же так надеялся, что это все будет правдой, чтобы меня испугало. Ты просто меня обманул, как тебя зовут? Смешной Ваня. Началось. Тихо. Всем доброго времени суток, на связи снова я, Смешной Ваня. И сегодня бы хотела рассказать историю, которая произошла со мной недавно. Это про блок страйк. Офигеть! Он реально скачал страшный блок страйк. Вы только вглядитесь на эту картинку другой эксей игры. Давайте же начнем. Я без внимания, братан. Ну и однажды мне прошло очень много уведомлений с различных сайтов, что создали новый мод на блок страйк. Это все новый мод. На самом деле эту мод создали не разработчики. Это все создал дьявол. И ничего не было написано, просто экзе красным шрифтом. Вы просто не представляете! Не вот на планшете. Блок страйк адский. Даже шрифт был изменен. Не потому что это фотошоп. Это был просто адский блок страйк. Все это долгое время у меня был лишь один черный экран. Но все же потом у меня... Я не слышу его слов. Там музыка все перекрикивает. Алло, братан! Он был каким-то... Братан, тебя не слышно! Ау-у-у! Не знаю, что это было. Тебя не слышно! Я просто решил... Говори громче, братан! Тебя не слышно! Братан! О, привет! И после того, как я подошел к Йобе, мой телефон просто выключил. Вы представляете? Это все адский блок страйк, он сломал ему телефон. А представьте, сколько детей играло в этот адский блок страйк. И у скольких просто перестал работать телефон. Вы только представьте, сколько телефонов теперь должна компания блок страйка. Создатели блок страйка. И где мои 5 телефонов за GTA, за Гренни, за блок страйк, Play Market, YouTube, я не помню все свои видео, в общем-то за все мои видео. Где мой новый телефон? Ну, ребят, это было видео про блок страйк, который нельзя скачивать. Конечно, это все монтаж и... Это все был монтаж. Я тебе верил, ты просто все монтировал. Ты меня предал. Мой первый раз в 11 лет, это было ужасно. Диана рассказывает про первый раз. Я хочу историю первый перепих. Ани Портер, это может быть еще интересный. Ты переехала в Тюмень или в Москву? Я переехала. Всем насрать, где ты живешь, скажи просто, как ты чпокалась первый раз. Ты во сколько лет был первый поцелуй? Я не сомневаюсь, что вам интересна эта тема. Ну, так себе. Конечно, да, у меня был парень, а мой первый поцелуй, это было в 11 лет. Это было очень странно. Стоп! Мой первый раз в 11 лет. Первый поцелуй был в 11 лет. Как кликбайт! Это все был кликбайт! Чтобы вы понимали, это было в подъезде. Он пытается меня поднять, берет меня и стукается головой об потолок. Это какие потолки должны быть в подъезде? Или ему было 20 лет и... Его рост был 3,5 метра. А не было 11? Он ее пытался поднять, чтобы... А тем временем мы переходим к следующему. Никогда не скачивай этот блок страйк. Всем здорово, ребят, с вами Smile Game. Привет, я решил выпустить вот такой вот видос. Никогда не скачивай эту версию блок страйка. Что у тебя с голосом? Тебе что, изнасиловали?
перед началом данного ролика ставь лайк, подпишись на канал, нажми. Ох ты ж ничего себе ты хочешь! Ты еще даже ничего не рассказал, просто уже просишь лайк и подписку. Кстати, бро, поставь лайк на это видео, ведь тебе это всего-то 2 секунды! Пожалуйста, братан, поставь лайк! Лайк! Порой я схожу с ума, это нормально. Некоторые не понимают, что это образ, это... И думаю, что я реально псих. Не, ну так-то, ну... Там был низкий потолок, и он стукается. Какой нахрен низкий потолок? Его было 2 метра, а тебя было метр с кепкой. Он пытался тебя поднять, потому что ему было 20 лет, а тебе 11, и он был старше тебя на 9 лет. Сейчас-то ему... Сейчас ему 30. Бордер вечно забирает мое время. Продолжаю смотреть, никогда не скачать эту версию Блокстрайка. И ко мне пришло сообщение, что вышла новая Привет! версия... Привет! Ты знаешь, что вышла новая версия Блокстрайка? Погодите, там же ссылка на порносайт. В это время точно не скажу, за сколько. Экран все же заработал. И на моем рабочем столе пропали все ярлыки. И появился только один ярлык. Блокстрайк. Смело, гейм. Ты знаешь, что такое качественная запись звука? Или перезапись звука? Почему ты записываешь вот так? Не, я, конечно, знал, что после моих видео все заикаются. Это показали потерянные эпизоды. Но чтоб насколько? Ко мне пришло уведомление. А, это кровь! Не запускай игру. Я немного испугался, но все же... Что это был? Зловещий факт. Что это был? И вдруг опять экран моего телефона погас. На самом деле его экран погас не из-за того, что это была игра, а из-за того, что он купил гребаный Тиоми. Из игры. Как вдруг ко мне еще пришло еще одно такое же уведомление. А предупреждал. Некоторое время ко мне кто-то стукнул в дверь. Кто это стучит? Господи мой, братан, спаси меня, ко мне кто-то стучит! Я от испуга упал в обморок. Я обожаю эти видео. И после этого меня... Мы обязательно должны сделать с тобой коллаборацию. Напиши мне на почту. Так, стоп! Я не должен смеяться, если я хочу набрать много просмотров. Не, мне нужны слезы. Его никто больше не видел. Я должен заплакать. Так, чтобы заплакать, нужно не моргать. Нужно две спички поставить в глаза. Всем привет, а с вами Артур. А, Артурчик. На просторах интернета я нашел одну странную версию Блокстрайк. Почему ты задыхаешься и убегал от маньяков? Так, стоп, хватит шутить, я должен плакать, да? А, как страшно, я хочу плакать. Это сообщение пришло через... Мне страшно! Это не работает, нифига! Окей, там... чтобы заплакать, мне нужно что-то придумать другое! То, что это новое... Мне его жалко, я хочу плакать! Видите? Я почти заплакал! Это не поможет! Что-то другое, лук! Не спрашивайте, что около компьютера меня делает лук! Окей, это должно мне помочь! А, я плачу! Я плачу, смотрите на мои глаза! Мне его просто жалко. Мне жалко всех тех людей, которые попали в эту игру. Так, давайте попробуем все использовать вместе. Спички. А, страшно. Давай, плачь. Мне нужен кликбейт. Сука, она брызнула. Гребаный лук. Смотрите, я плачу. Прости, я прослушал твой потерянный эпизод. Мне тебя очень жаль. Мы понимаем, ты сыграл страшную игру, но с кем не бывает. Слезы, слезы, слезы. Пытался поднять и треснулся башкой об потолок. Боже, я... А, да! Я заплакал! Не дай бог вы не поставите лайк, я ж вас найду! Окей, бро, это видео зашло слишком далеко. Хэзэ, почему? Окей, бро, на этом все. Давай быстрее Геонис и бро, просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Ведь приодримый Суприм банда будет над всеми, бро. Лучше подписаться и поставить лайк, потому что я тут Суприм банда, ты же Суприм банда, лучше подпишись. Поверь, бро, это будет очень круто, если ты подпишешься и нажмешь на лайк. Поставь свой царский лайк, а также не забывай про мой инстаграм. Ссылка в описании, поэтому давай, я жду тебя там. И также, бро, пиши мне в директ, и я отвечу именно тебе. Да-да, бро, из 1000 человек я отвечу именно тебе. Вот коммент из-под прошлого видео, посмотри, ты тоже в этих комментах. Ты такой шикарный, бро. А если ты не попал, не расстраивайся. Ты по-любому попадешь, тебе всего-то, что тебе стоит нажать на лайк, колокольчик, а это обязательно. Лайк, колокол обязательно, а то я проверю. Если не будет лайка, колокола, то ты не попадешь в следующее видео. Нажми на лайк, на колокол, оставь комментарий. Если под этим комментом нету никаких комментов, то ты пропадаешь в следующее видео. Да-да, бро, вот такой вот простенький, блядь, ко мне видео. Видишь, бро, ребята попали в видео, так что и ты сможешь. Последнее видео на этом.